В стенах Десногорского историко-краеведческого музея открылась выставка фоторабот «Красота без границ». Жители города смогут увидеть уникальные снимки, рассказывающие о жизни людей с инвалидностью. На созданных фотографом Мариной Михальчик снимках не видно боли. Трудности, с которыми сталкиваются модели в жизни, можно только додумать самостоятельно. На портретах лишь жизнерадостные, счастливые лица сильных и смелых людей. Каждый герой, а я называю их героями, каждый герой выставки у нас, конечно, люди с особенностями. На съемке для меня было главное, чтобы наши герои получили удовольствие от съемки. Ну а моей задачей была поймать их улыбки и эмоции. Мне кажется, что это получилось. Проект, раскрывающий красоту особенных людей, организован региональной общественной организацией инвалидов города Десногорска. Председатель организации Татьяна Желтышова в союзе с фотохудожником Мариной Михальчик работают уже не в первый раз. В прошлом году был проект у нас был, это фотографируют, снимали деток с особенностями по здоровью. В этом году мы решили, вот, что наши активисты взрослые. На следующий год проект будет продолжаться, это будет проект семей, то есть дети с родителями, с близкими, мы тоже со своими близкими, любимыми. Поэтому думаем, что он будет и будет продолжаться. На открытии экспозиции присутствовали заместитель председателя Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Забелина, депутат Десногорского городского совета Денис Куролесов, председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова, друзья и единомышленники. И, конечно, главные герои – члены общества инвалидов, которые и в жизни, и на фотоснимках покоряют искренностью, силой воли и красотой. Все хорошо. Мы живем полноценной жизнью, радуемся этой жизни. И своим, так сказать, своей радостью мы делимся с людьми, у которых все, за здоровьем все нормально. Возможно, на нашем примере, вот даже вот на, глядя на эти замечательные фотки, человек, который оказался в сложной ситуации, в принципе, даже не обязательно инвалид, а просто, которому в данный момент далеко, посмотрит на фотку, улыбнется и поймет, что ну, это еще не конец, что можно идти дальше, радоваться жизни, и жизнь продолжается. В том, что красота не имеет границ, можно убедиться самостоятельно. Выставка продолжит работу до 15 января. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.